Ежегодно 1 июня небо над всей страной заполняется белыми воздушными шариками. Они символизируют невинных малышей, погибших в Донбассе. С каждым годом почтить их память в акции «Ангелы» собирается все больше людей. Неравнодушные жители города Брянска, представители партии «Единая Россия», представители Казачьей партии Российской Федерации, молодой гвардии «Единой России», волонтеры Победы и многие другие присоединились к этой акции, и в дань памяти погибших детей в ходе этого конфликта запустили в небо белые воздушные шарики, чтобы почтить память всех погибших детей в этом конфликте. За годы существования акция приобрела всероссийский характер. Все больше становится неравнодушных. Именно для этого «Ангелы» и проводятся, чтобы все мы помнили, чего стоит война. Важно помнить такие события и чтобы они никогда не повторялись. На мой взгляд, важность этой акции заключается в том, что дети и взрослые должны всегда помнить о тех, кого уже нет в живых. То есть все всегда останутся в нашей памяти. Международный день защиты детей – еще один повод напомнить взрослым, что они в ответе за самых маленьких. И важно не допустить ошибок, которые приводят к таким трагедиям, как на Донбассе. Екатерина Пенько, Кирилл Пухляков, Алексей Рязанцев. События, Брянск.